Тиктокеры. Салам алейкум. Канал технолог, и у нас следующие покатушки от технолога называются ямы. Стой, подожди, крутой подъем после диагонального вывешивания идет. И сразу все машины садятся. Если ход потеряли, то возможности пройти нет. Только гелик может показать класс. Интересное испытание у нас. Вроде бы казалось обычная яма, но из-за диагональных вывешиваний не так-то легко ее пройти. Он опять, полез-то, давай, вторая попытка у Игоря. Сейчас будет попытка у Нивы. Крутая диагоналка с горкой. Нива накатывает себе колею. Ну, ей это не поможет, потому что после вот той диагоналки ее стащит. Ей это не поможет. Так, попытка на Subaru Forester преодолеть этот подъемчик. Но ничего не получится. Который смог преодолеть у нас только пока Нива. Почему здесь? Есть! Прошел! Прошел и сразу Игорь, летит! Понял, да, Аудюха! Аудюха Игорь, летит! Его зацепило это! Зацепило парнягу! Он не сдастся! Уходим, давай уходим! Выходим отсюда, а то сейчас нас потащит! Отпрыгивает выше! Красавчик! Крузачок соточка! Все, красиво вышел! Ну что? Есть! И Нива пускать всех. Отлично! Все! Раскатали дорожку! Сейчас гелик там натяж пойдет! Как пробивал Игорь, гелик будет! Смотри, в натягах хорошо идет! Давай скажем честно, объективно, ему надо было вообще самым первым, конечно, проходить. Но! Так подожди, сейчас мы ему там. Но! Когда мы готовили эту площадку, было это вот так. И все, мы вставили. Мы. Он там вставит что-то. Да. Да-да. Было это вот так. Ё-моё. Так, свет? Ну да, конечно. Ты вышки, я бы снял. О! О! Ай! Что-то сломал. О! Просто трэш тотал. Ё-моё. О-моё! Ай, молодца, пробил себе дорогу. Сейчас сядем. Ну? Ай, я и вывесилась. Стой. Там вообще глубоко. Села. Ааа!
новый маршрут. Вот, красавчик, красавчик! Потихонечку ровно колеса, ровно сделай. Вот. Да, там глубоко, я знаю. Но он тоже знает, он был уже предупрежден. Не мучай, а он выезжает. Он не выезжает. Что, застряли? Вся, говорит, раскачаю его. Если не нас... Так, ну сейчас подсел уже, пытался себе колею потихонечку набить Чероки 5-литровые. Ну слушай, если бы у него все блокировалось, представляешь, насколько бы он хорош был? Нет, все. Все, посадили конкретно. Вот, вот так, вот. Прикручивают динамику к своему автомобилю. Снимаем. Тихо, собаку задавим. Собака, ты вот, ты была близка к пи***. Зато бантер на место встал. Смотри, кусочки стали как с киберпанка. Я не знаю, может его вообще выкатить пока. Самсу рисуй, самсу. Молодец, самса. Слушай, ну прям... Здесь очень глубоко. Не-не-не, давай, все, все хватит. Стой, не копай, не достану. Уходим, Паша, уходи, уходим. Давай. Еще одна попытка. Да не утянешь. Гранд Чероки прям пробивает колею для всех остальных машин в этой большой специальной. Да. О, вот это было жестко. Это День Святого Валентина, да, я так понимаю? Мы не умеем спокойно. Он любит свою тачку, да. Просто любит. Я же ее осталось только жечь. Нифига, вот тут лаз показывает. Вот, слышь, правильно. Давай. Нет, его надо это... Да пусть туда, ну, хотите. Ну ладно. Хорошо. О! Мне нравится эта женщина. Она девушка просто не умевающая. Ну что, потерян? Потеря, да, мы видим, Паш. Потерян бампер. Это как груз на веревке, который пробивает. Бампер они, по-моему, уже чинить не починят. А что не починят? Он выше поднимает. О! Это сейчас было вообще нечто, мне кажется. Тихо. Еще и трос намотал. Он намотал его, намотал. Он его сейчас снимет вообще нахрен, этот бампер. Я еще до этого предлагал его. О, нифига. У него что-то случилось. Что-то случилось, у тебя колесо вообще. Давай я его вытащу. У тебя ни одно колесо не вращается, может... О! Это было дико, просто. Нормально, еще пару раз бы их пробиться. Не-не, там крутой подъем, ты не видишь туда. Вперед. Форта упирается. Да, у тебя упирается, там крутой подъем. Ну, хороший паяльщик спаяет. Да нормально. Я ж паял. Ты паял уже? Ты его уже паял? Да. Понятно, он уже паял. И по всем ты вам надел. Все, понял. Да. Новый бампер почти есть. Что? УАЗик сейчас пойдет. Ё-моё. Убирайте. Разбегайтесь. Убирайте все.
перевернулся. Ты куда поехал? Направо надо ехать, направо надо было уезжать. Что это, он карусель, что ли? Захлыть маленький лечь. Давай, кто поедет, садись. Руслан, ну тури, как будто это красотка. Куда поехали? Давайте дерни его чем-нибудь, не берем. Давайте, пацаны, оттянем его на подъем. Меня не надо оттягивать, надо Васька оттягивать. Давай назад. Вот Олег на гелике потащил его. Сейчас в горку нафиг уедет. На следующий боевой заход. Со второй передачи на горе. Набираю. Вообще еле как дошло. Я же говорю, сверху надо вниз. Сейчас, короче, так как этот маршрут был недобит, вот эта ямка-диагоналка, сейчас УАЗик, да, будет с разгону прыгать туда, пробивать, добивать маршрут с обратной стороны. Он реально въедет с разгону. Рукоделие, чтобы поднялся. Вы чего гоните? Вы угораете, что это за мной? Ты неправильно поехал. Надо было чуть сюда лезть. А! Коль! Нет, не надо, Коль, нет. Неправильно поехал. Да он сам едет. Да спустись вниз и сам выйди. Да, на все бабки. Нет. Где гелик-то? Гелик-то где? Вот знаменитая фраза у УАЗика. Где гелик? Ну почти пробил. Сейчас еще одна, третий раз пробьешь. Да. Я тебе говорю, по колее иди. Все. Да не, мне кажется, что-то Unreal сегодня здесь. Все. Да куда биться? Я говорю, если бы только снег бы раскидали, мы тогда бы да. Нормально. Ему чуть-чуть не хватает, кишка не хватает. Да, да. Ё-моё, здесь просто дикие диагоналки. Он проехал. Да? У нас есть сегодня победитель! Крот мы обрежем. Не. Тиктокеры, салям алейкум, подписывайтесь на этот канал, будет еще хлеще дальше. Красавчик прям вообще. Это просто убийственно. На этой ноте завершаем сегодняшний выпуск. Да, всем большое спасибо, всего доброго и удачи, будет еще круче. Конечно, будет все.